Скажи, я гуляю. Гуляю? Здесь тёти. Здесь тёти ножками. Двигай ножками. Как ты ножками двигаешь? Мы гуляем. Всем привет. С вами канал Артмания. Димечка вышел на улицу. Сегодня у нас пятница. Пятница какатница. Да? Дима с утра также сходил в туалет, но мама успела, да? Да, зайчика? Мы, как всегда, в этом парке. Вышли ненадолго, потому что жарище, 30 градусов. Ну, завтра поедем на дачу. Празднуем день рождения мое. Зачем ее уронил? Зачем ее уронил? Опа! Опа! Ну, не хочешь? Дима еще сегодня помылся. У него волосы торчат в разные стороны. Тихо. Торчат в разные стороны. Мама вчера тоже голову помыла. Да? Мама сейчас уложила волосы немножечко. Ну, ты куда вылазишь? Вот ты упадешь сейчас вперед и все. Да? Да? Бум? Бум? Вылазить хочешь? Тут тоже гуляют все. Красота. А птички как поют. Что-то грызунами пахнет. Вчера, короче, у меня еще чуть компьютер не сдох, перегрев. Чуть не сломался. Хорошо, что мне на днях должны привезти новый компьютер. Вот, потом расскажу, что, как, откуда. Давай походишь, давай. Так мы идем. Давайте. Ходили мы в Фикс-Прайс такими вот сумками, торчащими с двух сторон. Я не знаю, как я сейчас буду в лифт влазить. Взяла все самое необходимое. На 1100 рублей взяла, но 1000 всего с собой. Пришлось доставать из заначки. Да? Дима уже устал. Да, Дима? Дима устал. Идем такие вот. Ну, удобно. Посмотрите на это превосходство. На этого маленького малыша. Он уже начал держать банан сам. Да? Мама вчера попробовала дать, скажи. Я покушала. Да нет, банан не горячий совсем. Уже Дима творожил. О, как он. Кусаешь так много, ничего себе. Мартышка. И жует так быстро. Мартышка. Это нам, наверное, кажется. Мартышка. А это мелки, да? Мы сегодня с тобой пришли из Фикс-Прайса. Да, у нас такие мелочки. Какой банан вкусный. Вот так банан. Всем бананам банан, скажи. Я уже прожевал. У тебя банан там улетит сейчас. Вот и какой банан вкусный. Дима проснулся недавно, поел творожочек, да, Дима? С бананом. Сейчас мы с тобой что пойдем делать? Мы пойдем с тобой сейчас собирать лошадку. Папа у нас отказался. Сначала соберу, да-да-да. Но нет, отказался, не хочу. У меня дела, мне некогда, да? Как всегда. Поэтому придется собирать кому лошадку? Маме.
А мы, скажи, тут с Димой собрались сделать вкусняшку. Вот такое вот у нас ягодка. Я забыла, честно говоря, ее название. Что-то такое из Сибири, по-моему, она, что ли. Она, короче, немножечко кисловатая. У нас уже есть вот ее компот. Дима, она кисленькая, но Дима ее пьет. И у меня вот оставалось чуть-чуть ягодки. Я его присыпала в стаканчик. Да, Дима? Сейчас мы откроем наш мед. Вот он наш мед. Медик наш, да? Мы мед тоже положим туда сразу же, да? Мы решили его положить сразу, скажи. Он так и не твердеет. Меду уже почти год будет где-то. Да, уже, наверное, вот, а он так и не затвердел. Хотя покупаем мы его от той же женщины. Всегда брали. Сверху вот он прям жидкий совсем. И смотри. О, как он тянется. Смотри, пук. И кладем туда. Сколько положим? Положим 2. Чтобы было сладко, скажи. 2 ложки. Опа. Вкусно? Вкусно? Диме понравилось? Нет? Не понравилось? Давай. Что, у тебя вот такой маленький, что ли? Так. И теперь мы блендером с помощью такой штучки будем все это взбивать. В единую массу, скажи, да? Я уже так однажды делала. Она в магазине, кстати, продается, называется перетертая с сахаром. Господи, как же называется-то? Еще Женька постоянно покупала ее. А я говорю, давай я лучше сделаю сама. Там 100 рублей за маленькую баночку, а там за килограмм, по-моему, 200 рублей. Начинаем ее. Дима, не пугайся. Так, а теперь что, пробуем наш золотой эксперт по пробованию? Скажи, это вот такую мы книжку купили в фикс-прайсе. Скажи, вернее, мама мне купила. Что, попробуешь? Улыбаешься? Вкусно? Сыну понравилось, да? Мы с тобой обляпаемся, наверное. Опа. Ну как? Я-то думала сейчас там. Я попробовала чуть-чуть там прям. А, кисленькое и сладкое такое прям. А. Диме понравилось, да? Еще хочешь? Ну, немножко тут плохо промешалось все равно. Это, наверное, еще нужно пропускать через ситечко. Если что, прям было. Совсем. Без всяких косточек там всего-всего, да? Да, зайка? А камера все пишет. Да? Вот и все. Мы попробовали такую вкусняшку сделали, да? На ужин у нас, кстати, еще попозже немножко. Нам зимой вот такие вот вермишельку мы будем варить. Вот, отдельный обзор на нее делать не буду, просто, наверное, сварю ее и все. Посмотрим. А, вообще, хотя нет, тут. А, тут вон, видите, все на английском написано. Какая-то коробочка, как будто случайно к нам заехала, иностранная. Чуть-чуть тут только изготовитель. Все, попробуем. Как они там на вкус. Тё, еще будешь пробовать? Тебе только дай ложку, да? Только ложку дай, ты все слопаешь. С бананами надо было так попробовать. Вкусно, да?
Да, скажи, это лошадка. Мы ее, мама, вернее, да? Скажи, ну и Дима тоже помогал. Почти собрали уже. Фух, это очень тяжело на самом деле. Вот такое приспособление за место шуруповерта, поскольку у меня его на данный момент нет. Как бы он у меня есть, он у мамы находится. Вот, но нужно было сейчас. Вот, вот так вот, вот крутишь, потом опять вот так. Вот за эту штуку, кстати, удобнее. Вот, сейчас я вам покажу, как это делается. И вот он. Так вот. Крутим. Уже руки устали, честно говоря. Вот он раз. Ой, ой, как Дима катается. Ой, как ему нравится. Ой. Иго-го. Иго-го. Дык-дык-дык-дык-дык. Собрали мы наконец лошадку. Да. Какая мохнатая, мягкая. Ушки. На ушках что-то вроде бы, не знаю, какая-то вроде как мелодия. Не знаю, я нажимаю. Бесполезно, ничего нету. И тут тоже такая же. Не знаю, что-то она молчит. Видимо, еще где-то батарейки, наверное. Надо ее общупать всю.